За 10 лет существования конкурса в юбилейный год его правила кардинально изменились. Вызвано это тем, что областные соревнования проходят не по одной, а по 5 номинациям. От того, что мы проводили конкурс раньше областного, мы его проводили для себя. И у нас на областной конкурс получалась всего одна семья. В этом году Димитровград представит семью-победительницу в каждой из 5 номинаций – «Совершенство», «Преодоление», «Династия», «Приемные» и «Многодетные семьи». Две последних категории и принимали участие в первом этапе. Мы в свое время участвовали в семейном лагере, нам очень понравилось, и мы вот немножечко решили выйти из своей скорлупы, немножечко выйти, показать себя, посмотреть другие семьи. Мы поняли, что здесь семьи участвуют не потому, что хотят победить, а потому что тоже так же, как и мы, хотят пообщаться, познакомиться. Открыть конкурсный марафон решили спортом. 5 команд продемонстрировали свою физическую подготовку, творческую смекалку и слаженность семьи. В следующем этапе конкурса, который проведет управление образования, примут участие те же семьи. 14 апреля и определятся победители в номинациях «Приемная» и «Многодетная семья». Евгения Клинская, Евгений Ерофеев. Новости Димитровграда.